Приветствую, уважаемые гости моего канала. Разговор о газовом оружии, а точнее достаточно ярком его представителе среди револьверов, ME-38 Compact. Предназначен для стрельбы холостыми и газовыми патронами, снаряженными веществами слезоточивого раздражающего действия. Что можно сказать про данный револьвер? Достаточно компактен. Название говорит само за себя. То есть практически умещается на ладони. Револьвер достаточно легкий, полностью выполнен из цинково-алюминиевого сплава, за исключением некоторых деталей УСМ. Барабан вмещает в себя 5 патронов. Допускается использование только вот таких вот коротких револьверных патронов, потому что стандартный длинный пистолетный патрон полностью в барабан не помещается, не дают ему нормально работать. Ударно-спусковой механизм двойного действия. Допускается ведение огня как с предварительным взводом, так и самовзводом. Но самовзводом достаточно тугой. Деактив выполнен следующим образом. В стволе присутствует зуб, точнее как стальная пластина, зуб, которая впаяна на всю длину ствола и перекрывает его примерно на треть. А также в барабане впаяна также стальная пластина, круговая, которая перекрывает выход из камеры барабана, ну, где-то на пятую часть. Ну что ж, данный револьвер является достойным образцом газового оружия, очень удобный в обращении, небольшой, компактный. Удобен для скрытого ношения. Рукоять револьвера выполнена в стиле покет, также для уменьшения габаритов оружия. С претензией на прорезиненность, но на самом деле это обыкновенный скользкий пластик. И присутствуют такие вставочки под дерево, на самом деле это тоже пластик. В заключение хотелось бы сказать, что данный револьвер в нашем государстве продается только по соответствующему разрешению органов внутренних дел. И водить им просто так запрещено. На этом все. Спасибо за внимание.